В Бишкеке открылся Центр культуры и изучения Саудовской Аравии. Основная цель деятельности – предоставление общественности Кыргызстана доступа к различным информационным ресурсам, ознакомление с духовным наследием, богатым научным и культурным потенциалом Саудовской Аравии, а также содействие в изучении арабского языка. Продолжит Эльнура Мудукадырова. Центр расположен на втором этаже Национальной библиотеки. Его открытие – развитие сотрудничества между Министерством культуры, Национальной библиотекой и посольством Королевства Саудовской Аравии. Это своего рода цепь развития отношений Кыргызстана с Саудовской Аравией, считают собравшиеся. В последние годы отношения нашей страны с арабским миром стремительно развиваются. Недавно успешно завершился официальный визит Турага Жогорку Кенеша Асылбека Жээнбекова в Королевство Саудовской Аравии. Парламентская делегация встретилась с королем Саудовской Аравии, председателем парламента и другими высокопоставленными лицами. На встречах были обсуждены актуальные вопросы двухсторонних отношений. Отсутствие духовного развития всегда приводит к печальным последствиям. Мы должны избавиться от всех негативных качеств. Чем больше знаешь о культуре народов, об этой стране, тем больше у человека развивается кругозор. Посольством проведен капитальный ремонт помещения библиотеки. В выделенном видеозале дипмиссия оснастила его специальной техникой и мебелью. А также читательские зоны, конференц-зал, оснащенные компьютером и мебелью. Вход в центр украшен картой мира, настенными часами, указывающими время в Кыргызстане и Королевстве Саудовской Аравии. В целях укрепления отношений и возведения культурного моста между Кыргызстаном и Саудовской Аравией и было достигнуто соглашение о создании этого центра. Он содержит в себе научные и культурные материалы Королевства Саудовской Аравии и культуры всех арабов. В начале 20 века кыргызы в алфавите использовали и арабскую вязь. Писатели, как Джусуп Баласагын, Махмуд Кашкари, оставившие сочинения на арабском языке, тому подтверждение, говорит парламентарий. Любое государство хочет, чтобы об его культуре, об его традициях, об его языке знали во всем мире. Соответственно, у нас есть категория молодых людей, которые изучают и арабский язык, и арабскую культуру. Соответственно, открытие этого культурного центра означает, что для наших молодых людей, которые изучают это направление, для них это даст свой импульс, свой толчок. Культура Саудовской Аравии неразрывно связана с исламом, так как две основные святыни ислама находятся именно там. Поэтому здесь немало представлено книг и про ислам. Кроме того, есть и детская литература, книги по психологии, СМИ, науке и языку. Вообще, прочесть эти книги могут только носители этого языка, так как книги предоставлены только на арабском языке. Программы в компьютере тоже на арабском языке. В посольстве отмечают, что открыты для отзывов и предложений от читателей. Сейчас в библиотеке более 600 книг. Эльнура Молдыкадырова, Бактур Сундышенбеков, Общественный первый канал.